Уважаемые участники, организаторы, гости областного литературного фестиваля, посвященного юбилейным датам зарубежной литературы. В этом году мы проводим фестиваль 8-й раз, и хочется сказать огромное спасибо идейному вдохновителю данного фестиваля, организатору Цыпковой Анне Васильевне, доценту кафедры английского языка факультета иностранных языков Новосибирского государственного педагогического университета. Тематика фестиваля в этом году включает английскую, американскую, австралийскую литературу, а также литературу на немецком языке и на французском языке. Фестиваль проходит в онлайн-формате на канале Центра литературы на английском языке Новосибирской государственной областной научной библиотеки, который является нашим давним и надежным партнером во многих проектах. Количество номеров в концертной программе в этом году, а это декламации, инсценировки, презентации настольных игр, более 100. Это рекордное количество за 8 лет проведения фестиваля. Декламации стихов и инсценировки преимущественно на английском языке, ну и, естественно, как вы знаете из программы, на французском и немецком языках. Более 150 рисунков и 40 поделок будет представлено в виртуальных выставочных залах на канале Центра литературы на английском языке. Всего на фестиваль поступило более 300 заявок. Участники фестиваля – это творческие коллективы, более 50 организаций среднего, общего и дополнительного образования Новосибирской и Новосибирской области. Если более конкретно, это 23 организации из города Новосибирска, это гимназии, лицеи, средние общеобразовательные школы и 31 организация из Новосибирской области. География организации из Новосибирской области, честно говоря, впечатляет. Это Бердск, Новосибирский район, Карасук, Кыштовка, Баган, Куйбышев, Венгерово, Машково, Устарка, Искитим, Чины, Болотное, Чулым и Сузун. Я хочу сказать особое, огромное спасибо руководителям этих образовательных организаций, которые участвуют у нас в фестивале, за поддержку, за одобрение, которое, по сути, является одобрением вот этого масштабного мероприятия, которое мы уже сделали традиционным. И отдельные слова благодарности учителям, которые посвящают свое время, свое личное время в том числе, организации детей и подготовки их к участию в фестивале. Я желаю всем успехов, я желаю всем радости, творчества и в добрый путь.